сестрица Алёшка, я говорю, чтобы начала устраивать. Поэтому, Анисия Султановна, здесь много на самом деле есть. Я благодарю, что вот вы, будучи на отдыхе, уже на заслуженном отдыхе, не сидите дома и вот немного людей, это, наверное, самые близкие люди вам, которые соратники, которые в ежедневном режиме находятся с вами на связи и вообще в общении. Я хочу вам пожелать, чтобы уже зоры хвалили, матурит яшай, уже баланс, сызгая про Исяны Ксуалов, сызгая. Из спального района, Финевича Гатиатулина. Благодарственное письмо, уважаемая Анисия Султановна. Выражаю вам слова благодарности и искренней признательности за многолетний плодотворный труд в системе образования и большой вклад в дело воспитания подрастающих поколений. Вы посвятили свою судьбу служению очень важному благородному делу и зарекомендовали себя добросовестным, инициативным, ответственным работником.